Девочки, всем добрый день. Сегодня случился вопиющий случай. Автор сообщения я, вы знаете меня. Мой ребенок сегодня, Вика, шла со школы. Там же идет ремонт, да, дороги, вот где перекресток. Она шла по вот этим балкам, по камушкам. Но она не видела, с какой стороны, но к ней подошел мужчина. И стал у нее спрашивать, а где находится поликлиника детская. Просил ее проводить до поликлиники детской. Она ему отказала, сказала, что ей туда ходить нельзя. Потом он попросил ее, чтобы она сказала, где находится 8-я школа, чтобы она его проводила туда. Что он обещал, если она его проводит и покажет, где находится, он ее потом приведет домой. Мужчина примерно лет 40-50, она говорит, у него седоватый.